К 2024 году в малом бизнесе будут заняты 330 тысяч жителей Алтайского края. Это на 60 тысяч больше, чем сейчас. Об этом на итоговой дискуссии 6-го конгресса предпринимательских объединений региона заявил губернатор Виктор Томенко. Подробнее в материале Глеба Полянского. Во всех развитых экономиках мира бизнес – опора государства, и доля малых предприятий очень велика. Это помогает формировать конкурентную среду и так называемый средний класс. В рамках одного из 12 нацпроектов в России государство уделит особое внимание малому и среднему предпринимательству и поддержке индивидуальных предпринимательских инициатив. Это должно способствовать развитию бизнес-сферы в целом, которая влияет на все общество. Вовлекая в орбиту своей деятельности такое огромное количество наших с вами земляков, жителей Алтайского края, мы, конечно, понимаем, что это один из базисов, одна из основ нашей экономики. Поэтому самое пристальное внимание, и внимание именно не с точки зрения того, чтобы провести надзор и что-то где-то ограничить, а именно найти возможности, которые в пределах, конечно, действующего законодательства, но позволили бы нам развиваться и желательно развиваться не столь, как говорится сейчас, органически, а попытаться найти серьезные прорывные, как сегодня мы с вами выражаемся, решения, какие-то революционные. Губернатор обсудил с предпринимателями наиболее острые темы, которые волнуют деловое сообщество. Это в том числе снижение административной нагрузки. Ранее на федеральном уровне составлен соответствующий рейтинг регионов. Алтайский край в середине списка. Наш Алтайский край, я попросил, чтобы нам отдельную цифру, мы где-то на 47-м месте, если по индексу административного давления. Эксперты отмечают, что это сигнал к тому, что для создания комфортного бизнес-климата еще предстоит большая работа. Виктор Томенко поздравил предпринимателей с профессиональным праздником, который отмечается 26 мая, и отметил, что бизнес вносит существенный вклад в развитие экономики, обеспечивая около 30% поступлений в бюджет. В крае работают более 79 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Глеб Полянский, Сергей Балуев. Новости.